Пожар на 7-м километре. Сегодня на улице Базовой в районе промрынка загорелся двухэтажный склад с велозапчастями. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. На место происшествия оперативно отправились усиленные пожарные расчеты. Тему продолжит Юлиан Аксенов. В 11:20 на 7-м километре загорелся один из складов. В социальных сетях первоначально и ошибочно его назвали складом новой почты. Однако оказалось, что к ней он отношения не имеет, и на нем хранятся детали к велосипедам. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты в составе 10 единиц специальной техники и 42 спасателей. На борьбу с огнем у них ушло буквально несколько десятков минут. В 11:12 поступил сигнал. В 11:22 прибытие и в 12:20 локализация. Что горело? Горело детали до велосипедов, крила, сигналы, які на руль чіпляють, допоможні деталі для сборки велосипедів. Люди були? В приміщенні не було. Постраждалих, загиблих немає. Евакуйовані? Евакуйовані, склад був пустий. Ну, нікого не було. Складські приміщення, а не торгові. После ликвидации огня и задымления спасатели убедились в том, что пожар потушен. Все расчеты организованной колонны покинули частную территорию склада. Причину возгорания установят эксперты. Предварительно известно, что на складе могли вести сварочные работы.